Одинцовские депутаты от «Единой России» провели расширенное заседание политического совета местного отделения в режиме видеоконференции. Участники совещания обсудили последнюю статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Одинцовском городском округе и возможные формы работы с населением в условиях карантина. В первую очередь это проведение депутатами удаленных приемов населения, оказание адресной помощи и увеличение количества волонтерских мероприятий в рамках реализации партийных проектов.